Да. Чувствую, я сейчас буду блокировать людей. Конченых. Извините. Просто нечто какое-то. Что за напасть? Девушки в Англии дали мне понять, что я не... Блин, ну, я бы хотела... Не знаю, можно услышать какой-то аргумент? Вот, например. Пример. Привет, 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 всем привет. Чем выше экономика, тем лучше люди, энергетичнее, жизнерадостнее. Последнее. Да я бы не сказала так. Я не скажу, что в Казахстане экономика какая-то там развитая. Сори. В том плане. Что я вообще хотела сказать? Но здесь люди очень другие, очень по сравнению с, вот как в России, например, да? Все озлобленные, все злые, все вот как-то в себе, все вот что-то, вот знаете, вот такие какие-то сами по себе на уме. Нет, есть, конечно, и добрые люди. Но большая часть какая-то, вот знаете, вот. А сюда, когда мы приехали, знаете, какой-то откат получился. Как будто, не знаю, на лет 15 назад. Люди добрые, какие-то вот, не знаю, к соседям друг к другу ходим. Ну, то есть вот такого, что в России было там, ну, 15 лет назад, да. Хорошее утро, будь здорово. Спасибо большое и вам. Всего хорошего, светлого, доброго. Каждая нация свои люди и хорошие. Да, согласна. Согласна? И здесь также встречаются там и плохие люди. Но как-то, не знаю, все равно вот эта доброта Казахстана, казахского народа, меня тронула до глубины души вообще, до глубины сердца. Привет, привет, привет. Не хочу говорить мою ситуацию, но я про девушек в России, Беларусь красивая. Но если говорить про девушек в России, Беларусь красивая. Понял, понял. Ладно, ладно, не буду лезть. Не хотите, так не хотите. О, блин, спасибо большое. Спасибо огромное. Thank you so much. Что надо говорить? Я не знаю английский. My English very bad. Вроде на картинке взрослый человек, а такое писать, ну, такое себе. О май гарбл, что ж вы не спите, кончит. Можно у тебя спросить, ты работаешь или учишься? Я работаю украшением планеты Земля. Да. Покажи, пожалуйста, волосы длину. А зачем? А зачем вам? Зачем вам такая информация? Если хотите длину посмотреть, можете видеоролики посмотреть, в принципе. Это ж логично. Логично? Do you understand me? Where is this? Армения? What is this? Серьезно? Вкусно тебе? Есть немножко.
Так не культурно, конечно, делать. А что делать? Не я такая здесь такая. Понятненько. Что кушаешь? Что кушаешь? Какой ночью? У меня утро 9:55 вообще-то. Что я кушаю? Говядину. Говядина с луком и 2 яйца. Вкусно. И хлебушек. Ой, выйдите отсюда. Все озабоченные. Просто выйдите отсюда, озабоченные. Которые помешаны просто на вот этом вот. Ни хрена. А что такое? Что вас смутило? Или что вас удивило? А пьешь кофе? Нет, я кофе не пью. Не знаю, я... Может быть, у меня непереносимость кофе. Я не знаю, в чем дело. У меня такая история, когда выпиваю, например, кофе. Утром говядина. Да, что? Что-то так захотелось. Сама в шоке. Так захотелось. Сообщение пришло, я читаю. Извините, извентилите. А, так вы меня слушаете или нет? Про кофе, короче, не пью, потому что когда выпью, у меня начинается, знаете, мандраж внутри, как будто что-то случилось, вот как будто что-то произошло такое страшное, у меня начинает сердцебиение вот это учащаться, и руки начинают вот так трястись. Я помню, последний раз вот выпила кофе, по-моему, капучино это было или не помню. Мы со знакомой ходили, гуляли, я купила кофе, так захотелось, знаете, самого вот этого привкуса. Все, иду, попиваю, короче. Потом погуляли и сажусь в машину, и все, меня начинает трясти. Такой себе, я сказала, больше не буду пить. Ну нафиг. Давление скачет, наверное. Салем. Да, есть такое. И вот теперь моя еда вода. А что? Так, привет, Сергей, привет, hello, Бразил, привет, сердце быстро бьется. Что? Сердце быстро бьется, ну да, бьется, типа. Виталий, ты, видно, быстро печатаешь на этом. Если что, из Татарстана. Татарстан, привет, приятно вас, типа, приятного аппетита. Одобряем плотный завтрак твой. Я яичницу с колбаской только что. Да, зато знаете как? Покушал и все, и сразу такой на весь день бодрость, заряд бодрости. Привет, как дела? Все хорошо, как у вас дела? У нас 22:55. О, это где? Генерал. Вы слышите, как холодильник трещит? Девочка, ты хорошая. Если бы не нашел мою жену в Беларуси, я бы к тебе приехал. О как? Галамарти все дорогое, однако. Может быть, я то, что сравниваю всегда цены с... Как? Из России, да? Поэтому, типа, считается, что, в принципе, нормально. А многие говорят, что да, Галамарт очень дорогой супермаркет. Не знаю, ладно. В следующий раз обещаю, поеду на Евразию, куплю там мясо. Просто я даже не знаю, а какая именно Евразия? Первая, вторая, там же их три, по-моему. Куда именно заходить? В первую? Привет. Привет всем. Хорошего дня. Улыбок вам. Меня сейчас икота мучит. Еврейская один. Угу. Хорошо. Постараюсь съездить туда. Просто, блин, удобство очень классное, что ты зашел такой, да, в Галамарт. Мне очень нравится Галамарт. Почему еще? Потому что
Там все как-то цивильно, все так чистенько, все так уютненько. В Магнум заходишь, птицы летают. Просто голубь летал как-то раз. Комары вот эти вот, ты что-то выбираешь, там стоишь, хлеб выбираешь, комар летает. Ну, мне вообще, я не могу, меня так это отвращает. Я сразу вспоминаю, как будто я в Китае где-то. Вот этот запах еще, вот этот вот. Хочу. Привет, Нафаня. Надо мой ник переименовать на Фаню. Привет, привет. Лайла. Давайте цель зададим. Какую-нибудь. Что зададим? Давайте пёселя. Пусть будет пёселя. Подожди, нет, не пёселя. Не хочу пёселя. Давай так. Пойдёт? Пойдёт. На работу идёшь? Армянам ответили. А что должна ответить? Баравзес? Вонзес? Инчисяну? Привет, красотка. Откуда такая красотка? Красавица неписанная. Я в Астане живу. Я нет, никуда не иду. Ни на работу, никуда. Никуда. Балдею. Балдею бумбурум. Сейчас моя работа будет, знаете, какая? Посуду помыть. Классно. Конечно. Не, на самом деле я в поиске себя. В создании себя, как это модно сейчас говорить. Не знаю. В познании себя. Не знаю, что меня может зацепить. Я много чего пробовала в этой жизни. Но как-то, знаете, как-то вот полноценно обрести себя. Вот прямо, вот, знаете, как вам передать эту мысль? Не знаю. Чтобы глаза горели, чтобы это вот ты вот зажёгся и думал, блин, вот это дело моей всей жизни, вот это я искал, вот это жемчужина моя, я нашел тебя. Вот такого вот типа чувства. Баку, так ты Азербайджан или нет?